Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Angry Birds Epic. Так, свинка, давай-ка мне бесплатное вращение. Слабенькое, да, оружие? Слабенькое, ребята. Всего на 2 звездочки. Так, ну что, здесь мы закончили. Что у нас тут? Никаких новых сообщений нету, вы серьезно? Плохо, это все очень плохо. Ну что, а мы с тобой сегодня попробуем начать проходить огненную пещеру. Один из подписчиков написал: Рэй, эти подземелья будут повторяться один за другим, и так до бесконечности. Возможно, но пока мы с тобой не видели этого огненного подземелья, я думаю, что надо его заюзать, пройти. Так, подожди, может быть, тут еще где-то ресурс у нас есть, который можно взять. Такое же бывает? Бывает, конечно. Они же восстанавливаются со временем. Но пока я ничего не замечаю. Есть, есть, ребята. Ракушка. Угу, надавала, нормуль. Все, больше ничего не будет? Вот. Спасибо. Так, подожди, не добрал. Так, что еще? Слушай, а почему вот здесь я не прошел? Мне кто-нибудь скажет, вот этот сундук я не могу взять, потому что он не подбирается, да? И что у нас происходит? Сразу же меня... Ну-ка, как-то бы его подловить так? Не могу, ребята. А здесь у нас в чем? Ой, я просто офигею, ребята. 998 свинской мощи. Это же как так? Надо тут, извини меня, прокачаться, чтобы иметь столько мощей. Я не знаю, друзья мои. Ладно, пойдем тогда потихонечку с тобой проходить огненную пещеру. Помнишь, нас предупреждали, что в этой пещере ты будешь получать постепенный урон. Видишь, огненное дыхание, прям так написано. И у нас с тобой первая миссия, вот она. Ну что, давай начнем. 664 свинской мощи. Так, ну я, наверное, здесь возьму помощь друга. И это будет у нас свин Хрякович. И мы все равно с тобой слабы. Ладно, ребята. Вдруг все-таки сможем пройти. Ну а дальше, сам понимаешь, будет все сложнее и сложнее. Елки-палки, этот у нас в защите. Оу, какой он ватный. Подожди. А можно вопрос, зачем я взял Чака? Я что-то не понял. Зачем я в эту команду взял Чака, ребята? Это что за... Ну-ка. Ну это на самом деле бред. Так, подожди, эти сейчас могут ожить. Блин, надо бомбу брать обратно. Я не хочу. Блин, да что ж такое-то. Чак, он сам по себе еще у меня ватный. Так, может быть, нам сделать... Вот, ты видел, мы получаем урон. Ну-ка, что он делает у нас? Ого, ого, ого! Вот это, ребятулечки, у меня тут разбуянились. Нет, ну это круто, на самом деле. Только не трогайте Чака, пожалуйста. Блин, все равно трогайте Чака, а. Нам придется с тобой использовать лечилочку. Так, мы этого добьем. Нет, в следующий раз я возьму бомба. Ну что это такое, ребят? Ну, Чак, он не годится для этих подземелий. Угу. Так, этого нам надо в последнюю очередь бомбить. Поэтому давай, наверное, с мага начнем. Да ладно, ты такой крепкий. И урон наносит Чак, ну маленький. Просто маленький, ребят. Тихо-тихо, что там задумался? Хочет по Чаку звездануть, ты понимаешь? Он хочет Чака ударить. Этому не бывать. Давай вот так еще. Давай, применим. Бамс. Слушай, ну это найсово сейчас было. Вообще великолепно. И мы с тобой получаем 39 уровень. Я обожаю, когда получаем уровень, когда прокачиваются мои птички. Это просто... прелесть какая-то. Опа, еще и чертеж заработали.
Ну что, что может быть круче? Так, друзья мои, мы двигаемся с вами дальше. Действительно, огненная пещера наносит нам урон. Но не такой мощный, как я думал. Так, птичья сила становится 755. И мы с вами переходим вот сюда. Так. Будьте добры, вот так вот поменять. Ага. 671 свинская мощь. Естественно, мы с тобой берем свиндиана Джонс. Погоди. Мы все равно почему-то слабы. Даже вместе со свиндианом Джонсом, да, получается? Так, что у нас тут? Хлопцы тут прибежали. На! Получил. Ай-яй-яй, не упал. Со своим мешочком. Так. Вот этих вот мумий в последнюю очередь, ребят, нужно уничтожать. Так, давай-ка, наверное, вот так вот сделаем. Теперь сюда. И сюда. На 130 ударяет. Причем понижает нам, ребята, атаку. Понижает. И это не есть гуд. Ну-ка. Да даже мелкого не смог бомбануть. Что за дела-то? Тут всего лишь три. Три волны будет. Ну, я думаю, разберемся мы. Зато мумия сама по себе, она очень ватная. Разбирается с полтыка. И это мне нравится. Так, переходим с тобой на следующую волну. Ага, здесь я знаешь, что сделаю? Сейчас применю вот этот чудо-перчик. На-ка. Хорошо, зажгли. Так, главное, чтобы мумия не успела встать. Остальное ерунда. Блин, как же массово бомбит эти ожоги, ребята. Прекрасно. Ну давай, последнюю команду. Оу. С пушечкой там. Ты посмотри на него. Что-то мне как-то он не очень нравится. Давай его, наверное, в первую очередь с тобой попробуем ушатать. Так, что он сделал? Он, по-моему, атаку усилил. Блин, ты посмотри, он еще и защитное поле ему сделал, а? Ну-ка, свиндиана Джонс, давай, наверное, вот так вот. Перец не накопился, ребята. Кританули не кисло мы тогда, а? Так, сейчас будем применять с тобой. Да, да. Бомбочку, ребята. Бу-бух. Мак, ты жив еще? На-ка. Рассеян. Ну что, неплохо. Друзья мои, мы все-таки справились. Это круто. Это круто, три звездочки получили. Дайте мне, пожалуйста. Да она везет, ребят, просто везет. Чертежи, только шорох мы с тобой забираем. Так, ну что, у нас еще получается сколько? Два боя мы сможем с тобой провести. Опять же, один бой с нашим личным усилением, да? А второй бой с помощью принца Сало. Так что я думаю, что вот этот бой мы, наверное, сейчас с тобой сделаем с помощью своей вот этой прокачки. Ого, ты посмотри, тут ниндзя, большой иммунитет к урону. Точнее, иммунитет к большому урону идет. Офигеть, как может быть иммунитет к большому урону? Так, ладно, смотрим. У нас с тобой 415 силы команды. Мы будем с тобой вдвоем. Уж не знаю, как мы здесь будем с тобой справляться. А выбора все равно у нас нету. Ой-ой-ой, тут еще и волн столько. Уклонился, написано было. Какой он уклонился? Так, а ты-то что тут со своими палочками? Суши решил он тут похавать. Ну-ка. Будь добр. Ай-яй-яй-яй, сейчас что-то будет. Какой-то массовый баф, наверное, да? Или лечение? Оу. Оказывается, была массовая атака. Блин, не знаю, ребята. Мы слабенькие здесь, видно, что нас разбирает потихоньку. Без хила нам здесь не обойтись. Будем применять пробирки на лечение. У нас все равно другого варианта нету. Так, давай следующую волну.
Показывай. Ой-ой-ой. Бомб, будь добр. Хорошо, хорошо. Так, они сейчас будут оба, что ли, да? Оба будут думать. Так, мы, в принципе, одного сможем шатать. А вот второй, к сожалению, нам пропишет. И бомбит. Блин, еще этот ожог меня просто раздражает, а? Так, хиляемся, ребят. Ну, иначе никак. Никак, понимаешь? Поехали. Замечательно, двигаемся. Это получается еще три волны будет. Можно я скушаю вот эту вот штуку? Мне нужно накопить немножко, ребята, перца. Блин. Вот этот, ребята, уклоняется. Ну правильно, у него большой иммунитет к урону. Я это чувствую прям. Давай, поехали. Ё-моё. Получается, как бы невыгодно вообще нам наносить им офигенный урон. Ну, маленьким уроном тоже как бы тут... Ну, что это за бред? Что мы тут будем с тобой маленьким уроном делать? Блин, они так и хотят мне чак уничтожить, а? Так, чак, придется тебя, наверное, залечивать. Да и бомба тоже придется лечить. Смотри. Вот где... Я думал, где я потрачу все пробирки на хил. Теперь я уже понял, где. Да, и это все из-за того, что у нас, ребята, мало очень мощи у команды. Только лишь из-за этого. Так все происходит. Ладно, я думаю, что где свинсало будет, там будет у нас с тобой посерьезнее. Получше и попроще. Ну, где враги? Угу. Угу. Так, а что вот это? Блин, это я не хочу. А вот это что такое, ребят? Я не помню, что это такое вообще. Как описание-то прочитать? Что это? Не могу. Ладно. Давай, делай. Как же они меня бесят со своим вот этим иммунитетом к урону. То есть, наверное, у них все-таки был бы офигенный дамаг против, знаешь чего? Против магии. Вот, скорее всего. Ну-ка, попадешь? Отлично, а ты? Так. Их осталось двое. И у нас с тобой еще две волны впереди. А что, он типа в невидимость ушел, да? Типа я тебя не... точно не вижу. Так. Надо хильнуть, хильнуть, хильнуть. Мне надо Реда. Так, добиваем. Мимо. Понимаешь, мимо. Есть. Так, ну что, последняя волна, да, получается у нас с тобой? Так, перчик мне. Можно перчик накопить? Есть контакт, поехали. Бабах. Все, больше лечилки не тратим с тобой. Наверное, попытаемся пройти без применения. Эх ты, в бомба бомбит. Добьешь ты этого ханорика? Нормуль, по красоте этого. Четенько. Так, ну получается, еще нам нужно двух с тобой. Этот все в бомба бомбит, а? Ты понимаешь? На. А этот в кого? Выживешь у меня, бомб? Выжил. Ребята, с горем пополам, но мы прошли. Очень много я хилок здесь потратил, если честно. Очень много, я не ждал. Так, и стоило он того? Стоило. Рецептик мы все-таки с тобой урвали. Ну и у нас с тобой впереди последний поединок. Потому что, ну, ребят, конечно, хотелось бы больше сделать поединков, но у меня не хватает... Во-первых, если я буду без помощи, да, здесь драться, не призывать никого, то я не пройду. Элементарно из-за мощей. А
помощников у меня очень мало. Вот у меня последний, это принц Сало, которого я могу позвать. И, кстати, здесь мы, скорее всего, победим, потому что разрыв не очень большой. Не очень большой, всего лишь там на 40 силы. Должны мы здесь справиться. Так что поехали. Единственное, да, что у них опять же этот иммунитет. Ага, упал. Ух, как он бомбит. Да, вот эти самураи, ребята, противные. Имеет массовую атаку. Лучше лучник пускай сойдется, он хотя бы... А что, он тоже массово бомбит? Или что? Или это меня сейчас огоньком поджарило? Ну-ка. Двигаемся дальше. Но здесь... Блин, здесь привидение, друзья. Здесь привидение. Его надо в последнюю очередь бомбить. Сейчас посмотрим. Как ты заколебал, а? Так, добиваем. Прекрасно. Да. Ну ты серьезно? Так, один призрак остался. Как он бомбит, а? На 159, офигеть. На. Последняя волна, ребят. Последняя волна, и я буду применять, естественно, вот так вот. Нате вам всем. Замечательно, я тебе скажу. Все. Остаются два вот этих вот ниндзи. Я думаю, мы справимся. Да чтоб тебя, ну... Выжили, выжили, выжили. Да. И прошли. Круто. Надеюсь, три звезды. Три звездочки. А рецептик мне дадите? Да. Сегодня игра в ударе, ребята. Ни одного рецепта я не сфейлил. Причем у меня даже нету знаков дружбы, чтобы ролить. Так что это везение. По-другому не назвать. Так, тут сундук, ребята, но... На него идти... Сколько там? 645 свинской мощи, ребят. Но я не потяну здесь. Я не потяну. Надо ждать, когда откаты произойдут. Пятая пещера, да, у нас пятая пещера. Давай-ка посмотрим, может быть, у нас на общей карте что-то есть, где мы с тобой что-то не добрали. Там же есть миссии, которые я до сих пор не могу пройти, ребят. И почему-то вот на этой карте, вот на основной, есть подлагивание. Так, что у нас тут? Давай посмотрим. Свинопытый морской волк. Нифига тут ценник. О, видишь, пенек, ребята. Стоит и ждет, так сказать, меня. А здесь у нас что? Сок из свежих яблок. 670 пятаков? Ты серьезно сейчас это? Вот это я уже, наверное, никогда не открою, да? Нет, ну можно за 25 этих открыть. За 25 золотых монет. Сейчас я просто просмотрю здесь хорошенько все. Сундук тоже этот, сколько? Тут тоже, да, можно? Да, за 25. А я понимаю, черные флаги, ребята, это у нас где подземелье, да, получается. Так, а тут интересно, что у нас продано. Ага, шапка только на Реда. Шапка паладина. А вот здесь почему не взят у меня сундук? И как его вообще взять? Подожди-ка, а почему у меня вот здесь вот не открыты двери? Ты странно. Прикинь, у меня двери были здесь закрыты. Молодец, Рэй, ты такой внимательный. Ну-ка. Ой-ой-ой. Хотя, ты знаешь, можно попробовать здесь.
Здесь можно попробовать, ребят. Как тебе сказать, разница в 100 сил. Сколько волн? 3. Попробуем, блин, с нами чак. Ладно, да зачем мы начинаем? Не надо с этого. Ой-ой-ой, они крепенькие. Блин, надо чака убирать из этой команды. Ему здесь не место, ребят. Видишь, что творит? Я бы лучше взял бы, наверное, Матильду. Или весельчаков. Так, ну тут мы проиграли, это понятное дело. Тут это очевидно просто. Тэрич. Ну, давай добьем. У них отравление еще, я смотрю, да? Блин, ты выжил. Ну, чак, короче, отдуплился, ребят. И призрак уже, да, встал на ноги. Ну, это, друзья мои, так и должно было быть. Что, я могу как-то переиграть? Давай переиграем, наверное, с тобой, потому что, ну, это не дело, ребят. Эй, ну я хотел не так. Блин. Да, я хочу прервать это сражение. С чаком не пойдет. Либо Матильду брать, либо весельчаков. Но никак не чака. Вот серьезно тебе говорю, никак не чака здесь. Давай посмотрим. Убираем чака. 455. Блин. Блин, а с чаком получается команда вообще у нас как бы, ну, сильная. Именно с чаком. Господи, ладно, попробуем. Взял Матильду. Что-то мне говорит о следующем, что мы не пройдем здесь даже с Матильдой. А, у нее терновый куст. Это хорошо, кстати. Очень сильно бомбят, ребят. Очень сильно. Ты посмотри, по 173. По 156. Бомба сейчас уничтожат. Да. Нет, не потянет. Я, знаешь, что предлагаю сделать? В следующий раз, когда мы с тобой зайдем, мы потратим здесь свой бонус 20%. И вот с помощью него здесь, наверное, мы сможем пройти. Только вот такой вариант. Иначе я не знаю, как тут быть. Посмотри, они нас просто кромсают. Да. Нет, 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 я здесь не буду тратить. Зачем? Если с первой волной не могу справиться, дальше уж и подавно. Хорошо смеется тот, кто смеется последний, свиньи. Запомните это. Вы вначале смеетесь, потом плачете только и бегаете к себе на помойку. Как говорится, объедки есть. Ладно, здесь у меня, короче, не получается, ребят. А идти мы должны, наверное, с тобой как? Как мы тут пойдем? Просто вот сундук заберем и все, да? Получается. Ладно, я продолжу пока смотреть, что у нас тут еще есть. Ну, больше бонусов я не вижу нигде, ребят. Ну, вот здесь, ну, здесь мы, по-моему, с тобой пройти не можем, да? Тут, по-моему, еще больше свинской мощи нужно. Хотя 611... Но опять же, ребята, это все надо проходить под бонусами. Тут у нас, смотри-ка, ивент какой-то. И должен играть чисто двумя, да? Молодцы какие, а? Какие красавцы. Мне бы не потерять, где я был. Так, а вот этот-то почему, ребята, не подбит?
А как, интересно, до него добраться? Ха. В общем, предлагаю в следующей серии пройти этот уровень, потом следующий. И что останется потратить на подземелье. А вот как этого подбить? Друзья мои, кто-нибудь знает, как его подбить, вот этого вот мага? Если знает, напишите мне в комментариях. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.